Дорогие друзья, вот гуляю по проспекту Руставели. Правда, не совсем гуляю, иду в сторону подземного перехода. Припарковал машину. Вот очень хорошая, между прочим, коллекция обуви для тех, кому она нужна в плане обновления. Магазин Балди, очень я даже уважаю. Ну, а здесь вот часы. Здесь, наверное, цены немножечко доступны не для не всем. Да? Здесь есть магазин оптики. Вот здесь тоже оптика. Правда, они уже закрыты, эти магазины. Потому что в Тбилиси уже начало 9-го. И такие неторговые центры, рядовые магазины уже в это время закрыты, хотя торговые центры работают до 10 часов стандартно, ну а в East Point они работают даже до половины 11-го. Я имею в виду Carrefour, потому что в Carrefour помимо продуктов питания еще миллион разных вещей продается. Здесь вот тоже торговый центр, но он пока открыт, как видно. Для лета актуально. Все летнее. Включая купальные костюмы, исходя из того, что завтра, 3 и 4 в Аджаре, в Батуми, открывается официально уже курортный сезон. И здравствуй, лето. Хотя там, по-моему, сезон отдыха и не завершался никогда. Вот жезл. Здесь вот тоже какой-то мини-барчик на базе старой маршрутки, старого микроавтобуса, минивена. Можно продегустировать вино. Вот. Сейчас я спущусь в подземку. Вот здесь летняя кафешка. Можно, ну, даже чай можно выпить. Ну, какой большой самоварчик. Ну, не знаю, я, например, зеленый чай пью, когда жарко. Хотя я ненавижу зеленый чай, но я его пью, товарищи. Я не люблю зеленый чай, но я его пью, потому что говорят, что он помогает. Вот. А вот кофе, на кофе в турке, это шикарно. Да, шатре, грузинский ресторан. Видите, как интересно иногда проводить телевизионные экскурсии не с автомобиля, а вот так живьем, прогуливаясь по городу. А там тоже что-то происходит. Везде какие-то мероприятия. Сейчас я должен перейти на... Вот здесь сумочки. Гарантия 10 лет. Хотя эти сумки, эти чемоданы ломаются мгновенно. Значит, мне сейчас нужно будет перейти на противоположную сторону, вот туда. Это бывший кадетский корпус. Да, сейчас там галерея МУМА. Сюда поцарапали. Где проводится это мероприятие. Правда, я не знаю, насколько я еще там актуален, потому что оно началось 7 часов, но я уже рассказывал, что долго оно не начиналось. Во-первых, из-за жары, во-вторых, у нас же, как говорят, приходите всем, а люди приходят в 8. Вот здесь книжки, но книжки сейчас покупать не буду. Вот, альбом «Брат Белис». Смотрите, вот это вот
Я думаю, интересно будет, да? Какого года он? 99-го. А, Руин Метровели. Даже. Ну, давайте. Здесь может быть очень критики. Красивые иллюстрации. Амазе ძველი ალბომები ჩა. 35. აბერ რა ღირს? ეს 35-მდე ძალია. შენ ახლა უკვე მიდიხარ? იცი რა არის, აი იქ უნდა გადავიდე მოპირდაპირ ხარეს. მაგარი საქართველოს ისტორიის სურათი მოიცა რა. ამამა ნახე. ალპური ზონე ალპებში რომ მიდიოდნენ პირველი ისინი სურათები გვაქვს ძველი რა. ჩვენა რა. აი არა, ესენი არ მინდა სიმართლე გითხრა. ეს არ ჩანს. აა ეს და აი ამას ავიღებ მე. მე ხო აი იქ უნდა შევიდე იმ მაშინ იტალიის დამოუკიდებლობის დღე არის. გამო ხო? გამოდაში გამოხვალ. ესა მაქსიმუმ 40 წუთში აი აი ეს კავკასიები და რამე არ განიცდია. თბილისი მინდა და თუ გაქვს თბილისი. არა, ინა თბილისი მინდა, ინა თბილისი მაინტერესებს. ხა, თბილისებს ნახავ ეხლა. ნახე რა. იცი კიდე რა მაინტერესებს? თუ არის სატრანსპორტო რუკა თბილისის. აა რუკები მაქვს საქართველოს კავკასიის. აა იმინა თბილისის სატრანსპორტო რუკა მინდა, რომელი ავტობუსი, რომელი ტროლეიბუსი და სადადიო და აი ეს ლოგისტიკური ხო 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 აი ესეთი ის იყო ნახე რა ერქვა справочник движения общественного транспорта ლურჯი ციგნი იყო ხო აი შეიძლება ხო აი ამას ეს ციგნი შეგინახო ეს და ეს ხო ეს вообще გადამალი რა შეიძლება ვიღაც გაიაროს და მოუნდეს კი კიდე გინახავ ეხა თბილისი რაცა так ესენი არაფერი არ მოკლედ ნახე და ეს მაქვს ესენი მაქვს ეს მაქვს ეს მაქვს ეს მაქვს ყველანაირი გამოცემა. აი ეს ორი ცალი გადამინა. ოღონდ შე ხო არ იქნები? ეს არის 50, ეს არის 35-მდე. ხო. ცა. აი, აქ ხავა და შევინახე. დაგავარი, ეს 40 წუთში გამოვა. ნახე. ესე შენია? შენია. აჰა, всё. Хорошо. Интересно. Цените поход на Москву. Философская энциклопедия. Не, ну вот та вот книжка про Тбилиси, да? 72-го года, она очень интересная была, потому что год моего рождения, как-никак. Да, интересно. Как же выглядел город? А здесь чего перекрыли движение? Что-то тоже происходит. А может быть, сюда пришла... Кто-то президент или премьер-министр, может, пришел. Не знаю, сейчас спустимся и посмотрим. Сейчас спускаюсь в подземный переход. Подземка подобная. Ну, вообще, это, конечно же... Книга Руина Метровели, она очень интересная про Тбилиси. Это вам не шутки шутить профессор университета, ректор университета, академик, почетный человек, ректор того периода, когда я учился в университете, это был очень... Когда я работал в университете. Такое тоже было на протяжении многих лет.
Вот, сейчас. Вот, вам проспект уставили, друзья. До встречи.